Германии впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. В Кызыле начались дни Уфсаймака Монголии. В республику по приглашению главы Тувы приехала представительная делегация приграничного Уфсаймака Монголии во главе с губернатором. Сегодня открытие официальной выставки-ярмарки сделано в Уфсаймаке в рамках 19-й межрегиональной выставки-ярмарки ТВ-Экспо-2018 «Весна» открылись дни Уфсаймака в Туве. Программа мероприятий насыщенная, от мастер-классов по приготовлению национальных монгольских блюд, борьбы хуреш, до показа монгольских фильмов, турнир по борьбе хуреш среди 8 сильнейших борцов Уфсаймака и Тувы и концерта именитого театра «Айрат». В дни проведения выставки-ярмарки ТВ-Экспо-2018 и пребывания в Туве Уфсанурского аймака в столице республики будет перекрыто движение транспортных средств по улице Интернациональная. 26 мая с 10 до 16 часов движение транспорта по Интернациональной от пересечения с улицы Ленина до пересечения с Красных партизан будет закрыто. Почти вдвое увеличилась за 2017 год география международных экономических связей Тувы. Об итогах года главу Тувы проинформировал начальник тувинской таможни Игорь Качеев. По данным таможни, количество стран-партнеров, с которыми в минувшем году сотрудничала республика, выросло с 6 до 11. Среди них Казахстан, Китай, Киргизия, Гонконг, Монголия, Франция, Беларусь, Швеция, Германия, Италия и Япония. При этом на фоне прежнего преобладания торговли с СНГ наметилась тенденция роста доли товарооборота со странами дальнего зарубежья. Если год назад она составляла всего 7 с небольшим процентов в общем объеме поставок, то в настоящее время достигла более 18%. Вместе с тем, общий объем международной торговли республики по сравнению с 2016 годом сократился на 5,5%. Уменьшение произошло за счет падения доли экспорта почти на 20%. Причем не только в денежном выражении, но и в физическом. Вывозить республика стала вдвое меньше прошлогоднего. Большую часть экспорта по-прежнему составляет продукция горнодобывающей промышленности. В частности, руды и концентраты с кызылташтыского месторождения полиметаллов, разрабатываемого компанией «Лунсин». Накануне в городской администрации прошел круглый стол с участием членов правительства и министерств республики, а также представителя АО «Сибирская угольная энергетическая компания», прибывшего в Туву из Красноярского края. В рамках круглого стола были обсуждены перспективы применения бездымного топлива на территории республики. Что из себя представляет брикетное топливо, чем оно уникально, рассказал представитель объединения «Сибирской угольной энергетической компании». Отмечается, что в прошлом году были проведены исследования в печах частного сектора и промышленных котельных города. Результат тогда порадовал. Топливо действительно не источало дым и не выбрасывало в атмосферный воздух вредных летучих веществ. Николай Алдачи, начальник департамента городского хозяйства мэрии Кызыла, в ходе заседания отметил, что еще один путь, по которому можно пойти, чтобы решить проблему загазованности, это запустить производство по изготовлению экологически чистого топлива в Туве. Со слов заместителя председателя региона Александра Брокерта, следующий этап мероприятий по борьбе с загазованностью – это встреча с руководством АО «Сибирской угольной энергетической компании». Тогда и будет рассмотрен предложенный инвестиционный проект. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 2020 года налоговых каникул для самозанятых граждан. Об этом сообщает «Российская газета». Ранее освобождение от НДФЛ действовало до конца этого года. Согласно инициативе, россияне, которые работают в качестве домашнего персонала, нянями, сиделками, домработницами и репетиторами, смогут не вставать на учет Федеральную налоговую службу до конца 2019 года. После окончания каникул самозанятые должны решить, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать налог по ставке 13%. Цель законопроекта – стимулировать таких работников выходить из тени. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 41 копейка, евро – 72 рубля 1 копейка. Сила гор. Магия трав.
выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка «Пантовый бальзам Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Оперативниками полиции Тувы по горячим следам задержаны подозреваемые в скотокрадстве. 24 мая в правоохранительные органы обратилась 60-летняя жительница дачного общества «Дар», расположенного в Кызылском районе, с заявлением о том, что неизвестные похитили лошадь, принадлежащую ей. По словам заявительницы, животное было оставлено на привязи ненадолго возле ограды дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками АВО, на месте забоя похищенного скота были задержаны двое мужчин. Ими оказались 27-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Дзунхемчикского района и 31-летний житель Барунхемчикского района. Установлено, что в лесном массиве в районе орбиты на территории Кызыла вышеуказанные мужчины, забив лошадь, успели разделать тушу и подготовить к транспортировке. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники передвигались на легковом автомобиле отечественного производства, который был припаркован в частном секторе неподалеку от места забоя. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». При проведении допроса подозреваемые сознались содеянным и дали признательные показания. В настоящее время они помещены в ВВС. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня на базе Тувинского транспортного техникума прошел круглый стол на тему развития среднего профессионального образования России и Монголии, проводимого в рамках Дней Уфсанурского аймака Монголии в Туве. Так, представители политехнического колледжа соседней страны познакомили участников круглого стола с системой образования в средних учебных заведениях у себя. Улан-Гом аймака был образован центр профессионального обучения и промышленности. И за это время по 16 направлениям было выпущено 1204 человека. В ходе заседания были обсуждены вопросы обучения и переподготовки студентов-преподавателей профессиональных учебных заведений Тувы. Монгольская сторона предложила обучить их кройке и шитью национальной одежды, в частности обуви. Отметим, что представители политехнического колледжа города Улан-Гом приезжают в Туву уже во второй раз. Февральский визит монгольской делегации был подготовительным к майским дням Уфсаймака в Кызыле. Договоренность об их проведении была достигнута во время январской встречи главы Тувы и губернатора Уфсаймака. Ежегодно в день последних звонков сотрудники Барунхемчикского районного суда отмечают лучших выпускников школ района и города Ак-Довурак. На этот раз работники суда приняли участие в праздничном мероприятии средней общеобразовательной школы номер один села Кызылмажалык. Работниками суда были вручены награды и грамоты самым активным и отличившимся выпускникам. Так, по совету учителей были награждены претенденты на золотую медаль выпускники 11 классов Буяна Сад и Саяна Оржак. В Кызыле с 25 по 27 мая в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина проходит межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «ТВ-Экспо-2018 весна». Здесь свои товары и услуги представляют более 60 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также республик Хакасия и Тува. Одним из местных участников мероприятия выступает компания «Травы Тувы», которая на протяжении нескольких последних лет стала эталоном натуральных продуктов в республике и за ее пределами. Так, в рамках ТВ-Экспо компания представляет уникальные натуральные товары и косметику бренда «Травы Тувы», которые можно приобрести и на прилавках нашего города. Наша компания представляет натуральную продукцию. Это сборы для здоровья, чайные напитки, мед. С орешком мед очень вкусный, с женьшенем у нас новиночка появилась, с ягодой клюквы и можжевельник. А также у нас новиночка появилась пантовый бальзам и пантогематоген. А также натуральная косметика.
То есть мыло с натуральными отварами, допустим, травяными, скраб медовый с чеддерской солью и твердые шампуни, очень хорошие и полезные для кожи головы и волос. Впрочем, травы Тувы активно развивает деятельность не только в Кызыле. Компания открыла филиалы в Абакане и Красноярске, а также принимает участие во всех значимых событиях и форумах Сибири. На выставке ярмарки «Тыва-экспо-2018» для всех посетителей организована дегустация медово-чайной продукции, ознакомление с косметикой на основе природных компонентов Сибири, а также продажа эко-сувениров. Все новинки и уникальные товары можно опробовать и приобрести на самой выставке или же в фирменном магазине «Травы Тувы» по улице Чульдума, 44. Сегодня у спортивного комплекса имени Ивана Ярыгина развернулась ярмарка для огородников, где представлен большой ассортимент саженцев. В частности, здесь можно найти яблоню, черешню, груши и декоративные кустарники. Мы приехали с Улан-Удэ. У нас плодово-ягодные декоративные кусты, деревья. Есть и в основном все двухлетка. Это значит, что они быстрее идут на плодоношение. И вы не теряете один год. А девчата, получается то, что люди быстрее будут иметь плоды. На кустов, на деревьев, на цветов. Это все более ускоренные. И получается, деревья полукарлики, невысокие, они сибирские считаются, устойчивые к зиме. Приобретая плодово-ягодные и декоративные саженцы у проверенных фирм, покупатель получает гарантию, что посадочный материал качественный. Это немаловажный фактор. Также стоит отметить, что все саженцы привиты и морозостойкие, что очень важно для нашего региона. Кроме того, продавцы на месте проконсультируют всех по посадке и уходу за растениями. Вот прививка. И сажается вот так до привоя. Посадка идет до привоя. Вот, смотрите, видите дерево? Вот это нижнее убирается, чтобы оно не опустилось. Вот именно вот это все. Вот до сих пор идет уже, получается, формируется крона. Посадка вот до этих пор, а крону оставляем 50 сантиметров от привоя, и дальше, получается, крона формируется дальше. Гости из Бурятии приглашают всех желающих посетить до 27 мая, включительно выставку-ярмарку, приобрести все необходимые саженцы и декоративные кусты для своего участка. Ведь каждой хозяйке хочется, чтобы летом на столе стояли свои свежие ягоды и фрукты. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ночью местами мокрый снег, грозы. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Местами на почве заморозки 0, минус 2. Днем плюс 15, плюс 17. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах.